Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья Советов выступят в Кубке европейских чемпионов. Шпажистка Виолетта Храпина выиграла золото первенства Европы. Тольяттинец стал чемпионом Европы по плаванию. Тольяттинский паралимпиец-опорник выиграл чемпионат Европы по плаванию. В Португалии его команда из 4 спортсменов опередила 450 конкурентов из 52 стран. В эстафетной гонке Сергей Сухарев плыл свой 100-метровый этап вольным стилем. Его время на дистанции – 1 минута 4 десятых секунды. В споре за золотые медали сборная России обогнала команды Бразилии и Великобритании. Теперь тольяттинец готовится к стартам на 15-е летние паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Шпажисты тоже оказались на высоте. Виолетта Храпина стала чемпионкой Европы среди молодежи. В Пловдиве, Болгария, прошел командный турнир по фехтованию. В финале с итальянками нашей национальной сборной уверенно победить помогла и самарчанка. Во время своего поединка Храпина сохранила после первого боя преимущество в 6 очков. А победную точку в матче поставила Татьяна Гудкова, увеличив отрыв до неприличного 41-33. Бронзовые медали командного чемпионата Европы у сборной Польши. Пляжные крылья Советов в конце мая сразятся за Кубок европейских чемпионов. По итогам жеребьевки соперниками самарской команды в группе стали немецкий Ростокер Робин, итальянский Виареджо и латвийский ЗЭП. Всего же за футбольный трофей поборются 32 команды в 8 группах. Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу – главный клубный турнир Старого Света. Крылья Советов получили право выступать в нем, став в прошлом году серебряными призерами чемпионата России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.